Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Валентина, и мы на канале Мир Вкуса. Сегодня я предоставлю вашему вниманию совсем небольшое видео о моих вышивальных процессах. Покажу то, что я вышиваю, и немножко расскажу о своих вышивальных планах. Начнем с того, что уже у меня подходит к концу. Кто смотрел мои предыдущие видео, видели, что я начала вышивать вот такой веночек из цветов, из вот этой прекрасной книжки «Новая коллекция узоров». Я достаточно часто возвращаюсь к этой книге, их несколько книг таких по вышивке крестом со схемами и описанием предложенных изделий. И вот эта вышивка подходит к концу. Надеюсь, что сегодня я ее уже закончу. Хочу ее использовать как прикладную вышивку и сделать из нее круглую коробку для хранения материалов, для вышивки или для шитья. Это, скорее всего, будет в следующем видео. И я вам покажу, как я эту коробочку буду делать. Вот все нитки, которые я использую, они на органайзере. Нитки обыкновенные, гамма, очень недорогие. Вышиваются, кстати, неплохо. Ничего не путается, ничего не махрится, как некоторые вышивальщицы рассказывают. Пока процесс идет нормально, я с удовольствием вышиваю эту вышивку. Теперь я вам покажу, что наконец-то я закончила мой рождественский сэмплер на темно-зеленой канве, которую я долго не знала, куда приспособить. И вот что у нас получилось. Вышивала я ее, конечно, достаточно долго, но получилось, по-моему, неплохо. Вот, смотрите. И надпись у нас есть «С праздником». И Санта-Клаус у нас с мешком с подарками. И, в общем, все, что необходимо для хорошего настроения. Не знаю, может быть, я ее буду оформлять как баннер, а может быть, как подушку. Еще немножечко подумаю. И у меня есть долгострой. Сейчас я вам его покажу. Покажу сейчас то, что должно получиться. В общем-то, я не покупала готовый набор, а распечатывала схему из интернета, подбирала нитки. Вот что у нас получится. Тоже у нас здесь зимний пейзаж. Вот тут рождественский мостик. И, в общем-то, должно все выйти да неплохо и красиво, но очень же медленно продвигается моя работа. Вот смотрите, здесь всего 8 листов схемы. Извините, переворачиваю. А есть у меня, ну, полностью практически вот только один верхний лист зашит. И я начала делать бэк, потому что не хочу делать весь бэк. Его здесь очень много после того, как я закончу всю вышивку. Лучше буду каждый лист вышила, сделала бэк и буду переходить к следующему листу. Ну, скажу вам, очень медленно все продвигается. Кстати, я думаю затянуть эту вышивку в вышивальный станок. Сейчас я вам его покажу. И, может быть, эта вышивка пойдет быстрее. Вот, девочки, этот станок. Его купила мне моя младшая дочь, которая тоже занимается вышивкой, и передала. Видите, там написано, что это станок гамма. Но скажу вам честно, я никогда не вышивала на станке и даже не знаю, как им пользоваться и как туда
вставить вышивку, но сегодня или завтра я этим обязательно займусь. В одном из следующих видео покажу вам, как продвигается работа. А еще в ближайшее время хочу вышить две вышивки с изображением вот таких вот фонариков. Это одна из этих вышивок. Но сначала нужно выписать канву. Я хочу хорошую канву Цвайгерт и хорошие нитки DMC. Рассчитать и все это заказать. И только после того, как все это я получу, я начну вышивать. Сейчас поищу второй фонарь. К сожалению, у меня есть только изображение на планшете, но я думаю, вам что-то видно. И вот смотрите, вторая вышивка, изображение, второй фонарик. И также хочу вот этот фонарик вышить на канве голубоватого цвета или серо-голубого. А первый фонарик, который я вам показала, на канве приближенный к персиковому цвету. Друзья, на этом наше видео закончено. Делайте то, что любите, и любите то, что делаете. До встречи на канале Мир Вкуса!